Ну что ж, мы продолжаем. Кстати, вот в этом загадочном разрыве я наконец-то выкупил планиум и получил какие-то крылья, ну, странноватые, конечно же. А еще выбил собик из варфа. Ну и на всякий случай скрафтовал лук. Так, блин, а ну... Так, ну, в принципе, я уже подготовился к королю слизи. Ой, только надо день сделать. Я вот специально вот эти скрафтил, чтобы сделать день и ночь вечным. Погнали! Вот она, без смертей. Так, изыдите на смерть, ПЖ, сдохните, твари. Проклятущие слизни из Хелта, сдохните, ПЖ. Все, спасибо. Мне еще это продавать надо, кстати. Но зато вот это получил, уже неплохо. Кстати, стоп. А сколько эта шпага стоит? Золотом. Золотом. Ну ладно, смел бы с ними, так. Ладно, где тут у нас... нет, вот он. Слушай, ну так давайте это... Продадим для приличия. Режим Inferno это в эксперте работает, поэтому... Так, следующий босс, да? Следующий, блин, босс. Надо... Где гном? Нет, вот он. Так. Вот это я куплю. И еще Девиант, да. Девиант, ага. Ну да, я забыл. Проклятущий Фаргас мод. Ладно, смем бы с ними. Так, ну ладно, уже в принципе можно идти. Куда? В пустыню, да. Ну и разместим мы все это дело где-то здесь, наверное. Думаю, да. Отлично. Кстати, я уже это... Наконец-то добавил вот эти вот два мода. Первый это... РПГ. Второе это на прокачку оружек. Так, потом. Так, жизни на смерти. Кстати, а может нам это? Тем самым это сходится? Ну, думаю, да, пора уже. Так, ну теперь погнали. Размотана. Тоже без смертей, кстати. И личная пушка. Ладно, давай оставим. Так, блин, ну... Что-то не хочу обрез даже это. Я должен сохранить этот обрез. Он мне в дальнейшем пригодится. Так. Стоп! Так. Да, проклятый режим вечности. Блин, точно этот. Ну да, я забыл. Так. Так, рестартуем все это и... Погнали! Пустынный бич, yes, let's go to fuck.
Ладно, хоть бы я как бы не подготавливался, но все же. Так, уходим, все. Токен. Да не, я рестартовать не хочу. Ах да. Что по поводу скилла? Так. Что мне нужно? Так. Вот это вот качну обязательно. Ну и стрелы в том числе. Это мне все пригодится. Ой. Ладно, остальное можно уже продавать. Так, что у нас в мешке? Песок. Опа! Я знаю вот этот мистик. У меня мусор. Так, блин, ну что-то я не знаю, но это имба, кстати. Так, кто у нас следующий? Краб, да? Я даже не подготовился к этому. Да и к тому же. Это хоть это, я еще даже сбывать не могу, да? Это значит что? Иди сюда. Я возьму тебе эти канаты, спасибо. А то у меня закончились, хотя как закончились, я их продал по ошибке. Да и к тому же, у меня ни черта нету ХП. Так, блин, я кого слышу нахрен? Я слышу червя. Ага. Блин, тут еще... Да что за наводнение нахрен, я не могу понять. Так, а тут у нас... Опа, мышкет! Все отлично, нормально. Так, шелк и... мне, пожалуй, нужно. Позвонок обязательно. А, кстати, по поводу шелка, да. Мне нужно сделать крой, потому что я тпхаюсь почему-то там. А мне нужно... Вот здесь спаунить, поэтому... А, кстати, еще. Еще кое-что. Я так и не нашел этот камень. Я вот не знаю, что с этим камушком делать, но... Блин, а вот с перфоратом я точно не готов. Там еще и токсичное болото, кстати. Я могу из них... А, смотри, тут еще и нужно этот. Так, мне, кстати, еще и белку. Просто надо искать ее по всем постам и... Блин. Еще и ждать, пока это захождение тут... захватит всю мою территорию, а мне это насмерть не нужно. О, чё так фрезерит-то начало? Где? Уже фрезерит начал. Нет, места нет.
Опа. Опа, что я вижу? Это из Каламити, да? Да, смотри. Так, ну ладно. Текущий заряд, ага. Так, вот эти снаряды. А, кстати, а вот и... Еще один кристаллик. Я даже не подготавливался. Ну ладно, уж что поделать. Так, рестартуем. И погнали. Что он делает? Что он делает, блин? А вот этого я не ожидал. Вот этого, блин, я точно не ожидал. Нет, походу, я к такому реально не готов. Тут реально нужно... Я, конечно, знаю, что нужно делать. Я считаю, такой арены будет предостаточно. Кстати, я какой смерти у меня это не... Так, ладно, попробуем тогда с... Лазиком тогда встретимся. Ага. Блин, ну я столько полезный, что я даже убрать не могу, да? Опа, погоди-ка. Так-так. Что у нас следующее? Блин, какая маленькая арену я сделал. Призывательно, на смерть, вот это, на смерть, на смерть. Что еще ман на смерть не могу убрать? Вот это. Так, ой! Я этот убрал, да? Так, блин, тут метеорит этот пал. Сейчас заметил.
Хоцветсон, думаю, да. Кстати, метеорит отпал только что у меня. Как у меня метеорит тут оказался, я вообще не понимаю. Кстати, а я не... Блин, я что, уже эту... Сломал себе эту, да? Жесть. Что я наделал? Я, походу, переместил ее слишком близко, да? Ладно. Дубль номер два. Наконец-то размотал. Кстати, не зря вот эти зельки мне и пригодились. Уже хорошо. Опа! А я что сделал? Я заменил модель Скелетрона на лицо Дунгая. И я даже это не уберу. Вы уж извините, но это убирать не стану. Ну и что это он за такой крошек мне тут устроил? Вот отток он мне устроил! Он мне только устроил насмерть. И что мне делать? Это же... Хардкорного некротического состояния уже. Ладно, попробуем в следующем тогда разбираться. А пока что... Ну а пока что займемся фармом. Thank you.
теперь дело за малым. Так, ну теперь прежде чем нападать, готов ли я сходить с перфоратором? Опа, подожди, ладно, походу уже все. Итак, половина все накручена, у меня это инвентарь заполняется быстрее, чем я ожидал. Неплохой видос получился, но капец какой длинный. Надеюсь, я это все смонтирую. Обязательно. Поэтому такие вот дела. Адиос.